Друзья, случилось непредвиденно. Вот на вот этой камере, на которую мы сейчас снимаем, была, в принципе, вся информация по предыдущему тому, что мы снимали для влога, по нашей поездке в Шанхай, по нашей поездке в больничку, по нашим похождениям вчерашним. Как вы думаете, что сделала вот эта прекрасная леди? Кто сказал, что слово «формат» — это «форматировать»? Приехали, но мы не знаем, куда мы приехали. Мы приехали строить новый клуб. Может, у нас фотосессия, знаете, как типа? Рамштайн. Ага. Я бы в курсе, что скоро будет Хэллоуин, и поэтому без тематической фотосессии мы просто не сможем обойтись. Увидимся очень скоро. Тут происходит настоящая сцотуна. Сцотуна номер один. Сцотуна номер два. А мы пока еще нормальные. Роман? Да, мы же нормальные, четкие пацаны. Мы сейчас пойдем купим осиновые коли и сгоним сцотуну. Слышите, ребята, вы что, готы? Беда. Не красится, здесь особо ничего интересного не происходит, поэтому пойдем посмотрим, где мы вообще находимся. Мы вообще находимся в непонятном месте, потому что вот здесь вот, типа, нас красят, а вот здесь вот люди работают. А вот здесь вот есть футбол и нету мячиков. Кстати, кто не знает, вот примерно вот так вот снимаются рекламы. Вот так вот снимаются модные луки, которые потом в очень большом разрешении вешаются на всякие витрины магазинов и подобные вещи. Что, нормально в глаз попал на камеру? Господа, страшное происходит. Страшное произошло. He's so sexy. Ночь, улица, фонарь, Роман. Беда. Мне даже не расчесали волосы. Фотограф сказал, что ему нравится мои волосы. Мне тоже нравятся мои волосы. Нравились ее волосы. С фотками мы закончили. Сейчас двигаем, наверное, по домам. Или
пугать китайских людей. А мы еще дальше тоже будем включаться, мы еще дальше будем смотреть, что происходит, потому что день сегодня чудный, поэтому ждем новых интересностей от сегодняшнего дня, чего, собственно, и вам желаем. Пока-пока. Ты мне не нравишься. Ты мне тоже. Отлично. Хоть что-то хорошее за сегодняшний день.